Сегодня в выпуске. Проект «Байтерек» откроет Казахстану путь в клуб мировых космических держав. Когда это произойдет, расскажем. Как на дрожжах, цены на жилье снова растут в Казахстане. Подробности далее. Как население будет учить латинскую графику и какие нюансы стоит учесть при переходе на нее, рассказал представитель МОН. В Казахстане впервые за долгое время зарегистрировано менее 1000 заболевших коронавирусом. Во главе антирейтинга продолжает оставаться Северо-Казахстанская область. Здесь выявили 135 инфицированных COVID-19, плюс 133 в Павлодарской области, замыкая тройку город Нур-Султан и Карагандинская область. Всего же с начала пандемии в стране подтверждено 950 539 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Отметим, что в красной зоне по распространению КВИ к данному часу продолжают оставаться Костанайский, Павлодарский, Северо-Казахстанский регионы. Чуть лучше дела обстоят в городах Алматы и Нур-Султан, а также в Карагандинской области. Все остальные регионы в безопасной зеленой зоне. Между тем, в стране продолжается активная кампания по иммунизации населения. По данным Минздрава, двумя компонентами вакцины уже привили 7 702 738 человек. В Украине намерены усилить меры по борьбе с мошенниками, промышляющими подделкой паспортов вакцинации. Только по скромным подсчетам, у каждого 10-го жителя Киева этот документ является эффективным. Отметим, эпидситуация в стране осложняется. В последние дни более 25 тысяч человек были заражены вирусом. Минздрав страны бьет тревогу, заявив, что 93% госпитализированных в тяжелом состоянии не были привиты от коронавируса. Жертвами COVID-19 только за сутки стали около 1000 человек. По норме закона за изготовление поддельного документа профилактической вакцинации против особо опасных заболеваний и его использование предусмотрен штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или лишение свободы на срок до 2 лет. Южная Корея планирует увеличить число электропоездов. Это позволит значительно снизить количество вредных веществ в воздухе. Об этом сообщает Министерство земли, инфраструктуры и транспорта страны. Эти электропоезда курсируют со скоростью 300 км в час и могут перевозить около 400 пассажиров одновременно. Также на железнодорожных участках планируется установка солнечных панелей. Таким образом, к 2030 году на железнодорожном транспорте Кореи вместо дизельного топлива будет использоваться электроэнергия. А еще через 20 лет планируется замена электропоездов на водородные поезда. В вагонных депо и станциях посредством солнечных панелей мы будем вырабатывать 32 миллиона киловатт-часов электроэнергии в год. Эта энергия будет доступна для 10 тысяч хозяйств. Эффект от сокращения выбросов парниковых газов такой же, как при ежегодной посадке более 2 миллионов сосен. Дрон, управляемый силой мысли. Британская компания разработала новую технологию для беспилотников. Квадрокоптер сам взлетает, вращается и приземляется. Его действиями мысленно управляет сидящий за ноутбуком человек. При этом специальный датчик считывает сигналы и дает команду дрону. По словам авторов проекта, нововведение может быть применено не только к беспилотникам, но и в других сферах. С помощью нее контролируют другие устройства. Эту технологию, мы считаем, можно применить в нескольких сферах. К примеру, для управления беспилотным наземным транспортом или военно-морскими судами, или в комнате диспетчера на атомной станции. Казахстан может оказаться в числе мировых космических держав. Этому будет способствовать проект «Байтерек», который откроет нашей республике путь в этот клуб. Такие мысли в своей статье в российской газете высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Говоря о сотрудничестве наших государств, глава ведомства отметил, для обеих стран стратегическое значение имеет особо важные совместные проекты. В сфере освоения околоземного пространства речь идет о создании национальной космической программы «Байтерек». Согласно плану, в 2023 году с космодрома Байконур будут осуществлены пуски российской перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Работа на этом направлении будет способствовать появлению в республике новых наукоемких кластеров с сопутствующим кумулятивным эффектом для экономики и социальной сферы. Отметил в своей статье «Россия и Казахстан. Сотрудничество без границ» Сергей Лавров.
Напомним, в 2018 году Казахстан и Россия подписали протокол о внесении изменений в соглашение правительств о создании на Байконуре комплекса «Байтерек». Этот документ определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса «Зенит-М» для модернизации. Цены на жилье выросли в Казахстане. При этом дороже стала не только покупка квадратных метров, но и их аренда. Как сообщает Бюро национальной статистики, по итогам октября этого года стоимость первички выросла почти на 2%, а вторички на 1,2%. Стали заметны изменения и по арендной плате за благоустроенное жилье. Так, за месяц она стала выше на 0,9%. Согласно данным Бюро нацстатистики, в среднем по республике один квадратный метр первички оценивается в 352 654 тенге. А вторички в 279 216 тенге. Между тем, аренда жилья обойдется в среднем в 1888 тенге за один квадратный метр. Банку развития Казахстана 20 лет. За эти годы фининститут страны достиг внушительных показателей, успешно профинансировав сотни проектов в различных отраслях экономики. От металлургии и машиностроения до энергетики и производства строительных материалов. Один из успешных примеров сотрудничества с БРК – это «Экатон Плюс», который являлся заемщиком банка с 2003 года по 2012 год. Благодаря кредитному займу БРК «Экатон Плюс» успешно стартовал на рынке строительных материалов. Этот завод был построен в 2004 году, введен как раз с помощью кредита Банка развития Казахстана. Вот, он был тогда основным нашим кредитором. Банк развития Казахстана в то время он первым из банков государственных, которые поверили в нас. Мы работаем уже много лет выше проектной мощности. То есть мы выпускаем по 220 тысяч кубов, 110% проектной мощности. Что, я вам скажу, что за эти годы фактически 2 миллиона квадратных метров жилья построены из нашего материала. Высокая прочность, стойкость к огню, влаге и морозу. Эти качества делают материал довольно востребованным. Кроме столичного завода, с 2008 года действует завод в Актобе. В этом году запустили завод в городе Канда-Агаш, а в начале 2022 года начнет выпускать продукцию и завод в Узбекистане. Практически во всех регионах Казахстана знают про Экатон, благодаря филиалам в Атырау и Туркестане и надежным партнерам в других городах. Здесь весь процесс автоматизированный. Оператор контролирует работу оборудования через вот эти два компьютера. То есть подачу сырья по рецепту, в каком количестве подается, что подается, какой материал. Предприятия оснащены высокотехнологичным немецким оборудованием, обеспечивают постоянными рабочими местами порядка 700 человек и вносят существенный вклад в развитие стройиндустрии страны. Переход на латинский алфавит – это не просто смена букв, а серьезная реформа госязыка. Об этом сообщил председатель языкового комитета Минобразования и науки Адилбек Кабаев. По его словам, сегодня мнения казахстанцев по этому поводу разнятся. Многие имеют необоснованные заблуждения и опасения. Адилбек Кабаев напомнил, что Казахстан в прошлом веке уже использовал латиницу. Если быть точнее, то мы не переходим, а возвращаемся к ней. Латын әліпби дегенде жұрттар тіпті латын тіліне көшіп кететін сияқты қабылдап жүр. Шын мәнінде латын әліпби деген біздің тарихымызда болған бір кездерде осы латын әліппиінде. Многие путают, говоря, что с переходом на латиницу мы будто бы переходим на латинский язык. По сути, исходя из истории, латинский алфавит уже был в летописи нашей страны. Целых 10 лет казахский алфавит был на основе латиницы. Не стоит этого бояться, латиница уже существует повсеместно. К примеру, вы посмотрите только на номера машин. Сейчас все вокруг на латинице. Будь то билет на самолет, поезд, везде применяется латиница. Оның бәрі латын әліппиінде. Сіз, мәселен, жаңағы поездға билет алдыңыз. Оның бәрі латын әліппиінде. По словам экспертов, в процессе перехода Казахстана на латиницу будут подготовлены отдельные специалисты для обучения граждан новому алфавиту. Әліппи бекітілгеннен кейін, жылда, біз ең бірінші мәселе, орфоэпиялық, орфографиялық, басқа да жаңағы қажетті сөздіктер шығарылады.
Прежде всего, в первый год после принятия нового алфавита необходимо выпустить обновленные орфографические и орфоэпические словари. Кроме того, мы собрали специальных репетиторов из всех уголков страны. Они прошли специальное обучение, мы уже подготовили списки. Они будут обучать людей. Они приходят группами, проходят обучение, а затем будут обучать местных жителей. Стоит отметить, что языковым реформам за всю историю человечества подвергался не только Казахстан, где алфавит обновят в четвертый раз. В США его меняли целых 5 раз, 2 раза во Франции и 4 раза в России. К слову, сегодня в мире кириллицу используют лишь 4% людей, а более 70% используют алфавит на основе латинской графики. «Новая я». Под таким названием в столице открылась совместная выставка 2 молодых художниц Самал Жаримбетовой и Индиры Шугубаевой. Тема женской трансформации и переход в новую фазу – главный лейтмотив экспозиции. По словам организаторов, суетливый мир, быт, семья и работа не мешают художницам создавать прекрасные картины и тем самым выражать свое мироощущение. Готовилась к этому своему дебюту всю свою сознательную жизнь, наверное, я очень долго к этому шла. И, ну, в основном это на аудиторию женскую, от маленькой девочки до глубокой бабушки, о том, что женщина – это действительно сила. Она в себе может сочетать очень-очень много чувств, различных бури, эмоций. Она может трансформироваться, может воссоздать себя. Ее можно прям растоптать, и она опять как феникс встанет. Выставка о душевной, тонкой, женской смиренности в этом хаотичном мире. Здесь идут очень много чувств, как притяжение, как уединение, очень глубокие, кричащие чувства, но в основном это говорится о трепетании баланса. Отметим, что выставка продлится в столице до 22 ноября. В США в рамках фестиваля азиатского кино прошла премьера документального фильма «Казах. История золотого человека». Картина основана на интервью голливудского продюсера Оливера Стоуна с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В ней Ельбасы поделился своими воспоминаниями о распаде СССР, становлении независимости нашей республики и зарождении новой столицы. Удержать внимание зрителя, говоря с ним о серьезных политических и геополитических вопросах, которые требуют знания истории, социологии, культуры, экономики, очень сложно. То есть очень сложно сделать фильм, который держит. Во-первых, сам рассказчик хорош. Это раз. Он прирожденный сторителлер, как говорят. Во-вторых, интервьюер не абы кто. Лучший интервьюер, который более 40 президентов интервьюировал в мире. И человек, который может подняться по уровню своих, ну, как бы, охвата мысли, да, в тех же местах, где уже находятся Ельбасы. По словам режиссера, картина «Казах. История золотого человека» – одна из самых успешных в его копилке. Интерес со стороны американских зрителей – лучшее тому подтверждение. К слову, особо ценители отметили и музыкальное сопровождение к фильму. Музыку к картине специально написал итальянский композитор Карло Сильотто. Я восхищаюсь казахскими национальными инструментами. Меня впечатлила ваша культура. Дамбра, кабыс, кылкабыс. Их звучание не похоже ни на один другой инструмент. Когда я впервые услышал оркестр из этих инструментов, я влюбился в эту музыку. Премьера документального фильма уже прошла в Китае и Европе. По словам режиссера, в скором времени публике представят телевизионную версию 8-часовой картины.